В эфире «Вести» мы продолжаем. Данила Козловский пробует себя в роли режиссера. Известный актер снимает фильм «Тренер». Это футбольная драма о нападающем именитого клуба, который после громкой неудачи уходит из большого спорта и возглавляет провинциальную команду. Работа над картиной, в которой принимает участие наш канал, в полном разгаре. Со съемочной площадки Олег Пакшин. Теперь он решает, как играть актером. Парни, второе падение Зуева, да? И как снимать оператором. И он начинает с ним идти. Пошел, да, ты, слышишь, он делал. Все нормально, готов, давай. Данила оказался киномастером на все руки. В «Тренере» Козловский и режиссер, и один из сценаристов, и, конечно, актер, сыгравший главную роль. Я понял, что я никому не могу доверить этот фильм. И, в общем, я, как мне казалось, и, как мне кажется, знаю, как снимать это кино, про что главное снимать, зачем и вообще как, для чего нужна эта история. Съемки картины идут на лучших стадионах России – в Москве, Краснодаре и небольших городах. Пускай они уходят с ворот, не надо. Ведь сюжет «Тренера» – это история нападающего премьер-лиги, которому из большого футбола пришлось уйти в захудалый провинциальный клуб и на тренерскую скамейку. Это история о силе человеческого духа, духе соперничества и товарищества, история о чуде и мечте. Они просто сказали себе в какой-то момент, что мы имеем право делать то, что мы хотим. Мы имеем право мечтать, имеем право сотворить это чудо, и мы это делаем. Вот про эту историю. Козловский без кинохлопушки, между дублями «Тренер» для молодых актеров, у которых этот фильм дебютный, и для именитых футболистов, которые на кинополе пока тоже новички. Мой персонаж неоднозначный. Сначала он участвует в не очень хороших ситуациях, а потом все переплетения меняются. Фильм подарит надежду и веру в чудо. Чтобы показать весь нерв футбола на поле и стадионе, в новом фильме Данилы Козловского используются сразу 16 технологических приспособлений. В частности, вот эта кинокамера подвешена на специальную канатную дорогу. Именно такое техническое средство используется при съемках крупнейших футбольных матчей мира. Впереди съемки на родине футбола в Англии. Какие сюжетные перипетии приведут туда тренера? Данила Козловский держит интригу. И понятно почему. В «Тренере» он еще и сопродюсер. Вместе со студией 3Т Никиты Михалкова и телеканалом «Россия» однажды они уже сняли легендарное спортивное кино «Легенда-17». А теперь к ним присоединилась компания «Кинослово». И они готовят к выходу «Тренера» остросюжетную и волнующую спортивную драму. Россияне смогут посмотреть весной в преддверии самого ожидаемого и масштабного футбольного первенство планеты – чемпионата мира по футболу в России. Кадр снят. Олег Пакшин, Петр Мамочкин, «Вести».